Да. Спасибо, сынуля. Сейчас, стойте. Ой, это тоже спасибо, вам. Ой, спасибо. Полдень у МФЦ оживленно. Все спешат по своим делам. Именно там волонтеры с букетами встречали прохожих женщин. Хоть праздник завтра, но отмечать и дарить подарки начинают уже сегодня. Неожиданно, конечно. Я еще хотела спросить, где это раздают? Спасибо. Уже ежегодно, традиционно, в преддверии Международного женского дня, конечно, наш молодежный центр совместно с волонтерами Подмосковья нашего округа проводит акцию «Вам любимое». Наши волонтеры прекрасные дарят всем жительницам нашего округа, прекрасного представительницам прекрасного пола, символы этого праздника тюльпаны. Приятный сюрприз дополнили открытками с пожеланиями. Главная цель у добровольцев – выразить благодарность дамам и подарить улыбки. Все акции на самом деле прекрасные, но вот когда наступает 8 марта, мы дарим девушкам, женщинам цветочки, они улыбаются, и это прекрасно. Становится на душе как-то легче. Жительницы, в свою очередь, тоже поздравили всех с наступающим праздником весны. Улыбок, тепла, понимание близких, родных. Без внимания никого не оставили. Более 100 букетов волонтеры Подмосковья подарили представительницам прекрасного пола. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».